значении имени Айзара. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. У обладателя этого имени в бизнесе друзей нет. Люди Меркурия и сами это прекрасно понимают и на других особенно не рассчитывают. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.